Материнский капитал, поправки в налоговый и градостроительный кодексы и, конечно, бюджет на следующий год. В Госдуме сегодня подвели итоги осенней сессии. Последние дни депутаты работали особенно напряженно. Были приняты десятки законопроектов. В частности, приостановлено действие договора о зоне свободной торговли с Украиной и продлена амнистия капиталов. Сегодня Нижняя палата утвердила документ, защищающий права дольщиков в случае банкротства строительных компаний. Заключительное заседание закрыл спикер палаты Сергей Нарышкин. После депутаты исполнили гимн. Осеннюю сессию 2015 года объявляю закрытой. Россия священная наша держава. Депутаты вернутся к работе в комитетах 11 января, а первое пленарное заседание намечено на 19-е. Следующая сессия станет последней для палаты 6-го созыва перед выборами. Они, напомню, были перенесены с декабря на сентябрь для того, чтобы бюджет 2017 принимала уже следующая дума.